Век живи и ничего не знаешь. Владимир Васильевич Светлополянский, вы знали? Обе ноги имеют 50% нервов человеческого тела, 50% кровеносных сосудов, и по ним протекает 50% крови. Ходи! Это самая большая кровеносная сеть, соединяющая тело. Так что гуляйте каждый день. Только когда ноги здоровые, тогда условное течение крови течет правильно. Поэтому у людей с сильными мышцами ног будет всегда сильное сердце. Ходи! Старение начинается с ног вверх. Ходи! С возрастом точность и скорость передачи инструкции между мозгом и ногами снижается. В отличие от молодых людей, пожалуйста, ходи. Кроме того, так называемый кальций, удобрение для костей, рано или поздно теряется с течением времени, что делает более склонными пожилых людей к перелому костей. Ходи. А переломы костей могут спровоцировать у пожилых людей ряд сложностей. Особенно смертельных заболеваний, таких как тромбоз головного мозга. Ходи! Знаете ли вы, что 15% пожилых пациентов умирают в течение года после перелома бедренной кости? Прогулка нужна ежедневно в обязательном порядке. Тренировать ноги никогда не поздно, даже после 60 лет. Ходи! Хоть наши ступни ноги со временем постепенно стареют, тренировать наши ступни ноги – это задача на всю жизнь. Проходи 10 тысяч шагов каждый день. Лишь только укрепляя ноги, можно предотвратить или уменьшить дальнейшее старение. Ходи 365 дней в году. Пожалуйста, гуляйте не менее 30-40 минут в день, чтобы ваши ноги получали достаточную нагрузку и чтобы ваши мышцы ног оставались здоровыми. Продолжай идти. Вы должны поделиться этой важной информацией со всеми своими 40-летними друзьями и членами вашей семьи, так как все стареем ежедневно. Если тебе понравилось мое видео, подписывайся на канал, будет много интересного и любопытного. Ну и также всем желаю здоровья, добра и мирного неба над головой. Ходи!